Где в Магадане можно недорого заказать качественные пластиковые окна, офисную мебель, рабочую форму? Где для вас изготовят любую модель мангала или даже целую зону барбекю? Администрация исправительной колонии номер 4 вновь пригласила съемочную группу вечернего Магадана в гости. И, посетив учреждение, мы нашли ответы на эти вопросы. В основном это, конечно, большие заказы все-таки от коммерсантов, на мешки, на всякие, под керн и так далее. Но и муниципалы нет-нет заказывают. Постельное белье, традиционные, детский дом, социальный центр. То есть с муниципалитетом тоже. Что касается мангалов. От мангальных зон красивых, эксклюзивных, под размеры, как людям надо, до стационарных, разборных. Как выяснилось, ВК-4 имеется весьма разнообразная производственная инфраструктура. Учреждение имеет возможность по конкурентным ценам изготавливать значительные объемы продукции сразу по нескольким направлениям. От тепличных огурцов до мебели и пластиковых окон из высококачественного немецкого профиля КБЕ. И спрос на услуги и продукцию только растет. На сегодняшний день сумма изготовленной продукции и оказанных услуг составляет уже 24 миллиона рублей. За аналогичный период предыдущего года сумма составила всего 7 миллионов. Отдельным направлением является производство мобильных домов любого формата и назначения. Основные заказчики этой продукции – золотодобывающие предприятия Колымы. Строим мобильные домики на рудники, на артели. Зарплату получаем в пределах 15 тысяч, выплачиваем иски. Также помогаем своим близким, родным с этой зарплатой. На товарку ходим. Если работы станет больше, готовы больше выполнять? Да, конечно. Даже только с радостью, потому что если чем больше работы, тем нам лучше. И зарплата будет больше, и всего будет лучше. Одним из самых крупных подразделений промзоны является цех металлообработки. Для золотодобытчиков региона учреждение производит узлы и элементы технологического оборудования по добыче желтого металла. Цех изготавливает в том числе и контейнеры для твердых бытовых отходов по заказам городских округов Магаданской области. Большая партия готовой продукции скоро будет отправлена на Тиньку. Главное преимущество учреждения – цены. Они ниже рынка на 30-40%. Положительная динамика производства позволяет учреждению уверенно строить дальнейшие планы по увеличению объема заказов. У нас есть свободные площадя, свободные руки, обученные, которые готовы приступать к труду, погашать иски и приносить пользу обществу. Все виды работ обеспечены кадрами, прошедшими производственное обучение. Несмотря на то, что это спецконтингент, требования к квалификации предъявляются такие же, как и на свободе. Есть осужденные, которые уже приходят со специальностью. Если же у них нет специальности или они хотят повысить свои профессиональные навыки, на базе колонии работает профессиональное училище, которое обучает по разным специальностям, как и кочегар, плотник, сварщик, каменщик. Данные специальности востребованы как на территории колонии, так и за ее пределами.